Domnul și domnul, am revenit în studio. Invitatul nostru de azi este liderul Partidului Social Democrat, domnul Victor Schelin. Domnule Schelin, bună seara și bine ați revenit la noi. Da, bună seara. Astăzi am primit în poșta electronică o declarație a Partidului Social Democrat, potrivit căruia ați înregistrat un număr impunător de mare a celor care au semnat pentru aderarea la pentru referendumul de a organiza o eventuală aderare la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan. Întrebarea mea este, cum vedeți dumneavoastră această eventuală aderare la Uniune dacă referendumul, să spunem, se pronunță pro? Pentru. Первое, я бы хотел зрителям особое внимание обратить на то, что я являюсь председателем социал-демократической партии, но не партия является инициатором проведения референдума. Инициатором проведения референдума является молдавский народ. Социал-демократическая партия только помогла гражданам Республики Молдовы сформулировать свою задачу вступления в таможенный союз в виде проекта закона. И помогла технически выявить по всей территории Республики Молдовы граждан, которые поддерживают эту идею, инициативу. Дело в том, что никогда за 20 лет независимости или современной истории нашей страны никто не позволял народу Республики Молдовы самостоятельно организовать народный референдум. Даже от народа скрывали возможность организации законодательного референдума. Для многих людей было крайним удивлением, что статья 2 Конституции Республики Молдовы говорит, что в случае, если народ недоволен деятельностью своих избранников, депутатов, они имеют право на прямое управление государственными делами через организацию народного референдума законодательного, на котором будет принят закон, обязательный для президента, парламента и правительства. То есть на этом референдуме, который состоится в ноябре месяце, народ Республики Молдовы примет закон, который будет обязательным. Dacă va fi acest referendum, și mă întrebam, de ce dumneavoastră spuneți că în numele poporului ați inițiat acest referendum? Adică, pe ce vă bazați atunci când afirmați aceste lucruri? Почему? Потому что согласно нашего закона о выборах, инициировать референдум могут партии парламентские, да, путем принятия закона о инициировании референдума, или граждане Республики Молдовы, которые создали инициативную группу. В нашем случае не партии парламентские, не парламентские партии, а граждане Республики Молдовы. Я тоже являюсь гражданином Республики Молдовы. Значит, создали эту инициативную группу. В эту инициативную группу входят и социал-демократы, и коммунисты, и либерал-демократы, и демократы, и даже либералы. То есть члены партий, и непартийные люди, и представители общественных организаций, которые недовольны ни властью сегодняшней, ни даже лидерами, которые ими управляют. То есть нижний слой членов партии, партии коммунистов, либерал-демократической партии. Аллегатории симпли. Ну, аллегатории. Дарчини. Члены партии. То есть мембри де партии. Да, члены партии. Члены партии приняли решение из-за недовольства тем, как Dar руководство. Unde sunt acești membri de partid? În raioane? Pentru că aici nu-i vedem, cel puțin în presă. Da. Declarându-se. Значит, в инициативную группу входит 1200 человек. Эти 1200 человек представляют 65% населенных пунктов Республики Молдова. На сайте Центральной избирательной комиссии есть список 1200 граждан Республики Молдовы, которые являются инициаторами. И эти граждане понимают, что они публично, независимо от партийной принадлежности, являются инициаторами. Поэтому, если будет интересно кому-то, заходите на сайт ЧЕКа и увидите фамилии этих граждан. De ce nu vă sprijină în acest subiect Partidul Comuniștilor? Я думаю, что вы Но он вызвал декларацию официально. Вы уже перешли к одному из принципиальных вопросов, но я еще не ответил на первый вопрос. Первый ваш вопрос был: в случае, если граждане республики вступят, то есть примут закон, как я вижу вступление Молдовы в таможенный союз? Да. Значит, Молдова не присоединится к какому-то государству. Почему? Потому что таможенный союз — это договор между Белоруссией, Россией и Казахстаном о ликвидации таможенных границ. Никогда себе Лукашенко и Назарбаев, уважаемые люди в мире, не позволят
сегодня на этой стадии уже объединяться в какое-то государство. Они ликвидировали таможенные границы для того, чтобы экономические агенты, простые люди могли спокойно, без бюрократических преград, административных и таможенных, передвигаться и развивать экономику своих стран. То есть они умнее оказались, чем те руководители, которые не присоединились к таможенному союзу. Только за один год, как были ликвидированы таможенные границы, на 30% увеличилось товарооборот между этими странами. А соответственно, на 30% увеличились доходы компаний и доходы в бюджет этих стран. Теперь, Молдова, после того, как народ примет решение о вступлении в таможенный союз, примет закон, который автоматически позволяет Молдове ликвидировать таможенную границу между Молдовой и Белоруссией, Россией и Казахстаном. Когда у вас возникает вопрос, а как же Украина? Первый вопрос. Украина в следующем году также вступит в таможенный союз. Если Украина не вступит в таможенный союз, то абсолютно не имеет значения, что у нас нет единой границы. Почему? Потому что важен принцип таможенного союза. Что это значит? Все товары, произведенные в Молдове, передвигаются, входят в Белоруссию, Россию, Казахстан без таможенных процедур. А когда эти товары передвигаются через Украину, ставится обыкновенная украинская транзитная пломба. Точно такая же пломба, которую ставят прибалтийские страны, когда грузы перемещаются с Калининградской области в Москву. Вы же знаете, что Россия тоже разделена Прибалтикой. Калининград. Совершенно верно. Да. То есть, когда грузы из Калининграда перемещаются через Прибалтику, через Европу, Европа ставит транзитную пломбу. Энцара, потому что Калининград есть территория Руссии. Специалисты очень хорошо знают. Есть такое понятие, система корнет-тир. То есть, машина загружается здесь, выписывается корнет-тир, пломбируется, она автоматически по международному законодательству проходит Украину, дальше подходят границы России, и российские таможенники, которые стоят на украинской границе, если они видят, что это молдавская машина с молдавскими грузами, просто снимают пломбу и не подвергают таможенным процедурам, то есть не взимают ни пошлин, ни НДС, ни акцизов, ничего. Феноменул де контрабанда, феноменул де марфа контрафакута, который поте циркула ушор на части кондиции. Секундочку. Значит, на это есть таможенный союз, что Белоруссия принимает обязательства перед Россией и Казахстаном, что она четко будет на своей границе выполнять совместные договоренности о проверке грузов и допуске на единое таможенное пространство только те грузы, которые положено, и будет облагать их определенными налогами. Все налоги, чтобы вы знали, которые собирает Белоруссия, Россия и Казахстан, они автоматически ложатся в одну корзину и автоматически распределяются по пропорциям, которые ранее были определены. То есть неважно, с какой стороны в таможенное пространство зашел груз, все результаты труда являются предметом совместной собственности, распределяются в пропорциях. Белоруссия на 20% увеличила свои доходы от поступлений, потому что идут грузы на Россию, минуя Белоруссию, Россия взимает все таможенные пошлины вместо России. И при распределении Белоруссия начала получать на 20% больше. То есть тот, кто находится у границ Европы, намного будет больше получать грузов, потому что взимание и доход уже не только с грузов, которые идут на Молдову и остаются в Молдове, но и частично получает доходы за счет грузов, которые идут в Россию и Казахстан. Сейчас авиаце ведере фактул ка сунтем цара вечина ку Униуня Европеană. Да, это наше преимущество. Care circula tirurile din România, spre exemplu, în Ucraina sau în Rusia, prin Republica Moldova. Și s-ar confrunta, vă dați seama cu ce zid financiar și impozitar la graniță, tirurile din Europa. Сегодня все грузы из Европы проходят мимо Молдовы и едут дальше. Мы с этого не получаем никаких доходов. В случае поступления Молдовы в таможенный союз, мы будем за обработку этих грузов, за пропуск этих грузов получать дополнительные доходы, хотя эти грузы идут в другие страны. Nu știu dacă nu sunt taxe. Mi se pare că sunt taxe și acum la vamă pentru tirurile care tranzitează țara. Нет, никаких таксов нет. Есть просто дорожный сбор за прохождение машины по нашим дорогам. А если мы вступим в таможенный союз, то за счет специального антикризисного фонда, за счет банка реконструкции, то есть Евразийского банка, мы получим средства для ремонта всех наших автомобильных дорог, всех наших железных дорог и всех аэропортов. Специально создан банк,
для стран, которые вступают в таможенный союз, чтобы дать им на развитие экономики, чтобы они могли качественно обслуживать интересы экономики всех стран таможенного союза. Într-un cuvânt, este cheia spre marele succes, această aderare la Uniunea Vamală. Мы будем окном в таможенный союз от всех юго-западных стран Европы. То есть через нас будут проходить все грузы турецкие, через нас будут проходить все грузы Португалия, Испания, Франция, Италия, Греция, Австрия, Румыния, Болгария. Все эти грузы будут проходить через нас. Мы будем окном в таможенный союз. Într-un fel, îmi imaginez un oarecare rai impozitar și financiar pentru bugetul nostru. Dacă este atât de bine, de ce partidele cu doctrine asemănătoare, Partidul Social-Democrat, nu se alătură acestui demers? Chiar și același Partidul Comuniștilor, despre care ați evitat la început să spuneți. Значит, первое. Вы знаете, что социал-демократическая партия подписала официальный аккорд о создании Союза левых сил с Народно-социалистической партией, с господином Степанюком. Да. Первый вопрос. Такие партии, как патриоты Молдовы, поддержали нас. Много общественных организаций нас поддержали и включились в нашу работу. Теперь, что касается партии коммунистов. Как может руководитель партии коммунистов, господин Воронин, включиться активно в эту работу, если... Первое. В 2000 году было подписано соглашение о Евразийском экономическом сообществе, а в 2001 году он пришел к власти и обещал вступление Молдовы в Союз Беларусь-Россия, и он этого не сделал. Как может господин Воронин, который обещал в 2007 году, когда был создан таможенный союз, и он был у власти, и он не вступил в таможенный союз, сегодня осуществлять эти действия? Это приоритеты европейские тогда. Какие приоритеты? Когда в 2005 году приезжает сюда проамериканский Саакашвили, проамериканский Басеску, проамериканский Ющенко. Им же кто-то сказал приехать поддержать Воронина. То есть Воронина взяли в ежовые рукавицы, и никто ему не позволял вступить в таможенный союз в 2007 году. Лидер партии коммунистов и партии коммунистов. Что гарантия примет, тогда, если сказать, что он был конвинс де лидерей этих стран? Что гарантия примет, домнул Воронин? Значит... Вы знаете, американцам все равно, кто у власти, коммунисты или либералы. Главное, чтобы они были проамериканскими. Поэтому для американцев, если раньше американцы говорили, что коммунизм это плохо, ну вот, пожалуйста, конкретный пример, когда они коммунистов в Молдове поддержали проамериканскими ярами. Сейчас они нашли другого, они подготовили другую молодую политическую элиту, модную элиту, и теперь поддерживают уже эту элиту. Но тем не менее, господин Воронин не спешит отказаться от европейской интеграции. Он сейчас сидит на двух стульях и проповедует, так сказать, двойные стандарты. С одной стороны, для того, чтобы раздобрить партнеров с Востока, он говорит, мы создали комитет и думаем, может быть, мы вступим в Евразийский союз, но выберите только нас. С другой стороны, европейцам говорит, что мы первые объявили евроинтеграцию, и мы будем последовательно идти по пути в Европу. То есть это двойные стандарты. Именно из-за того, что Молдова ни на одном, ни на другом стуле не сидит, именно из-за того, что Молдова постоянно использует теорию двойных стандартов, именно поэтому Молдова бедна и несчастна. Потому что ею управляет кто хочет и как хочет. А наш концепт, это быть равноудаленными от всех крупных игроков, которые хотят использовать Молдову для политических целей, но объединить... Dar economic suntem oricum uniți cu Federația Rusă și Kazakhstan. Не говорите слова «униц». «Униц» — это вместе. Асоциаци. Ну, асоциаци. Мы просто присоединяемся к договору, который ликвидирует границу, и зарабатываем за счет них деньги себе. Понимаете? Да, ну на, я постоянно... Сау, че нет, какая ассоциация? Это простой международный договор. На уровне документа. Секундочку. Значит, договор называется о едином таможенном пространстве, который разрешает молдавским предпринимателям, простым людям, свободно продавать все, что угодно, и покупать там, и привозить в Молдову. Все. Никакого государственного образования нету. Никаких политических обязательств нету. Никаких военных обязательств нету. Это просто участие в международном договоре. В мире 17 таможенных союзов существует. И никто о них даже не знает.
Поэтому страны другие богатые, что они кооперируются в экономике. И даже никто шум и скандал не поднимает, что кто-то в каком-то таможенном союзе находится. Европа это есть таможенный союз, но Европа это есть уже Советский Союз. Потому что в Европе есть единый парламент, единое правительство, и все подчиняются Брюсселю. В этой ситуации мы не подчиняемся Москве или Минску. В этой ситуации нету правительства там единого, нету парламента единого, кому мы будем подчиняться. Это простой экономический договор. На нивел политик este absolut clar acest lucru. Sunt de acord cu dumneavoastră. Dar la nivel informal, neoficial, vor exista careva presiuni din partea Moscovei? По вопросу таможенного союза? Да. Молдова с 2000 года, слушайтесь мои слова, Молдова в 2000 году стала наблюдателем Евразийского экономического сообщества. И Молдова сейчас является наблюдателем. Просто Молдова бездействует. Нам вообще референдум не нужно было бы проводить, если бы не эти власти. Мы сейчас должны только подать заявку о том, что мы согласны функционировать в экономике в рамках таможенного союза. И завтра мы ликвидируем границу и начинаем зарабатывать деньги. Никакого давления нету. У нас есть право туда войти. Только наши власти не дают народу право туда войти и зарабатывать деньги. Почему? Потому что сегодня у власти политические элиты, которые не подумали, что народу надо и что им нужно обещать, а обманули народ некой евроинтеграции. Комиссары Евросоюза говорят, в ближайшие 20 лет не рассматривается вопрос вступления. Я не против, чтобы вы получили безвизовый въезд. Я хочу туда ездить, у меня нет румынского паспорта, я тоже получаю визы. Я хочу, чтобы мы безвизово ездили, я хочу, чтобы все наши граждане безвизово ездили. Это ездили. Дон Стефан Фюле анонсат acest lucru, chiar acum la știri. Штефан Фюле сказал, что он не волшебник, но он думает, что если мы реализуем реформы, что значит реализуем реформы? Когда пенсия будет 150 евро, а зарплата будет не менее 250 евро, тогда человек... Это реформы финансовые. Послушайте. Никогда Евросоюз не пустит ни одного молдаванина в Европу в рамках безвизового въезда, если на счету гражданина не будет не менее 125 евро на день пребывания. А минимум нужно иметь на 7 дней. То есть, если у тебя нету на счету 1000 евро, ты не въезжаешь. А с таким так и в офисе на этот аккорд. То есть пока уровень жизни в Молдове не вырастет, чтобы на душу населения были такие доходы, не будет вообще рассматриваться вопрос. Bine, dar dacă se semnează acest acord liberalizat de vize, despre care vorbiți Stefan Fiul. Я еще раз вам говорю. Va fi la fel așa? Я прошу, чтобы вы очень ответственно относились к этим всем заявлениям. Если Филат, лидеры Альянса, позволяют себе обманывать людей, я обманывать людей не буду. И говорю со всей ответственностью, что никакой аккорд никто подписывать не будет, пока уровень жизни пенсионера и простого рабочего не будет высоким. Основной показатель – это макроэкономические показатели страны и уровень дохода населения. Европа не пустит ни одну страну, если уровень дохода не позволяет человеку там быть. То есть почему? Потому что Европа понимает, что он туда идет работать или воровать. Потому что если у человека нет денег на путешествие, значит ему нужна Европа для других целей. Поэтому в тех обязательствах Молдовы указано уровень жизни населения. Раз. Объединение Молдовы и Транснистрии. Два. Потому что в Транснистрии есть люди с синими паспортами. Apropo, despre regiunea transnistriană. În legătură cu eventuala aderare la această uniune sau semnarea acestui act, ca să nu creăm confuzii, cum se va pomeni regiunea transnistriană? Вы знаете, до недавней поры господина Шельна не очень воспринимали политики в Молдове и дипломатические миссии. А с недавних пор господина Шельна приглашает посольство Соединенных Штатов Америки. Это еще нормально, апропо. Да. Соинвите партиди экстрапарламента. До этого было тоже нормально, но никто не приглашал. А сейчас, когда мы, я являюсь лидером инициативной группы, когда они увидели, что мы собрали 100 тысяч подписей, и что я становлюсь лидером народного движения, уже нас приглашают. Это преокупа. Да. Так вот, Соединенные Штаты Америки уже приглашают и общаются, и мы объяснили цели и задачи. Значит, нас никто не покупает, нам никто денег не заплатил. Это наши национальные интересы с Россией дружить. Американцы нас ругают с Россией, а сами инвестируют в Россию. Другие, румыны, говорят, что русские это плохо, а Виктор Понта говорит, что он меняет внешнюю политику и теперь будет ее строить с Китаем и с Россией. Они хотят обойти наши интересы. Если вы говорите о релации экономической, то румын с Китаем, какая проблема?
Да ну и тот дискутент спряста. Да ну если тем конкуренц, так и ной, а вем легатура буни куруши, ну и кишкием бани. Да ей еврейка, ну и ной, а вем легатура, ще ей околешни пиной, ще фаче бизнес куруши. Ще ной треба вем интерес геополитик, ка ной прима дата фачем куруши и бани, ще популация настре аре бани в бузинар. Ще треба са не батем по Румния, Чина да, прямо ажунже ла Керемон Руси. Мы должны драться с любыми странами за наши экономические интересы. И у нас сейчас больше преимуществ для этого есть. То есть мы должны быстрее это сделать, чем румыны или другие страны. Значит, я хочу о Транснистрии да, сказать. Да, доспелечу на Транснистрии. Значит, не буду говорить об американцах. Значит, позавчера перед визитом сюда министра иностранных дел Восточного партнерства у меня была первый раз официальная встреча с руководителями делегации Евросоюза Дирк Шубелем. И мы очень обстоятельно говорили и о нашей идее таможенного союза, и делегация Евросоюза не против этого. Она вообще не имеет права вмешиваться в наши внутренние дела. Второе, о чем мы говорили, это я внес Евросоюзу совершенно новую повестку дня в вопрос урегулирования Приднестровского конфликта. Вот мы очень часто говорим о мерах доверия, никто не понимает, потому что их нет, этих мер доверия. Я внес европейской делегации в Молдове конкретные предложения первого шага мер доверия между Приднестровьем и Молдовой. Суть заключается в следующем. Таможенные службы Молдовы и таможенные службы Приднестровья заключают договор о взаимном доверии, согласно которого совместные посты Евросоюза, которые сейчас есть на Украине, Украины и приднестровцев осуществляют контроль грузов, которые заходят на территорию Приднестровья и Молдовы. А со стороны Европы Молдова осуществляет контроль грузов, которые идут со стороны Европы. И мы ликвидируем таможенные посты вдоль Днестра. Заключение договора всего лишь, не надо ни закон менять, ничего. Просто заключение договора взаимного доверия между таможенными службами Приднестровья и Молдовы. Мы страхуемся тем, что таможенные посты Приднестровья должны быть совместны с украинскими, где осуществляется мониторинг сейчас Евросоюзом. Таким образом, у нас Евросоюз гарантия, Украина гарантия, и приднестровцам мы доверяем того, что не будет проходить оттуда контрабанда. То есть там три таможенных системы. А так у нас трекут на чеш 20 дней ничего грамм де контрабанда. Нет, секундочку, сейчас не так. Вы, наверное, не ездили там вообще. Сейчас идет, на Украине стоят украинцы, да. И через несколько метров стоят приднестровцы. Конечно, мы предлагаем, чтобы на одном таможенном посту были украинцы-приднестровцы под контролем таможенников из Евросоюза, которые находятся, но на стороне Украины. Вообще, я вам хочу сказать, что никто не знает, что такое контрабанда в Приднестровье. В Приднестровье все грузы входят официально, а не контрабанды. Керчи контрабанда. Я вам сейчас объясню. Дайте я вам скажу, потому что вы так и не узнаете. И зрители не узнают. Кавим пуцин, тим, все грузы из Одесского порта заходят в Приднестровье вполне официально. Просто в Приднестровье нету таможенных пошлин. А дальше уже из Приднестровья молдаване занимаются контрабандой на территорию Молдовы. Не приднестровцы. Приднестровцы завозят, у них нету пошлин. У них более дешевые товары. А наши товарищи МВД, СИС, пограничники и коммерсанты очень организованно везут оттуда и чеснок, и овощи, и фрукты. Офицеры СИС, и АВМ, ставшие совершенно верно. Контрабанда. Контрабанда организована со стороны молдавской стороны, а не со стороны Приднестровья. Совершенно верно, конечно. Pentru că de altfel cred că noi se avea, nu știu. Можно вопрос задать. Если в Молдове есть контрабанда, да? Можно вопрос задать, почему не сажают в тюрьму ни министра внутренних дел, ни министра СИСа, что есть. Они не борются с этим? Потому что есть. Они вместе с ними зарабатывают деньги и дают тем, кто их не снимает с работы. Домнул Селен, да. Acum pe final, dacă, pe scurt, dacă referendumul spune da, tehnic, cum vedeți implementarea acestei idei? Tehnic, guvernul de la Chișinău va veni cu un demers către statele которые сунты implicate в этот процесс, или как? Очень коротко отвечаю. Вы, наверное, не подписались еще за референдум, да? Пока не. Если вы, да, если вы подписались, вы бы видели, под чем вы подписываетесь. Люди все подписываются под текстом закона. В закон состоит из трех пунктов. Пункт первый. Молдова присоединяется к таможенному союзу. Пункт второй. Президенту Республики Молдова в течение трех месяцев подписать договора. Не рассуждать, а подписать закон. И пункт третий. Правительству Республики Молдовы привести молдавское законодательство в соответствии с возможностью
Молдовы, то есть получение преимуществ от вступления в таможенный союз. Și încă o întrebare pe final. Cu domnul președinte al Republicii Moldova, dumneavoastră ați discutat acest subiect? Я не буду никогда дискутировать с господином Тимофтием, человеком, который на территории Румынии подтвердил президенту Басеску, что не существует молдавского народа. Я не признаю господина Тимофтия и никогда не буду апеллировать. Он не мой президент. Dar așteptați semnătura dumnealui ca și Я народом обязан его подписать. Я не спрашиваю, я не прошу. Народ Республики Молдовы примет закон, который обязывает президента просто вот так сделать закорючку свою. Dar pe președinte îl obligă. Deci, oricum îl recunoaște. Este indirect. Власть в стране, согласно Конституции, власть в стране, согласно Конституции, принадлежит только народу. Народ делегирует власть на 4 года тем, кто занимает те или иные посты. Поэтому этот закон от имени народа обяжет президента поставить простую авторучкой подпись. А это не значит мое отношение к президенту Тимофтию. Я, Виктор Шелин, никогда не признаю президента Тимофтия, потому что это тот человек, который сказал в присутствии президента Басеску, что молдавского народа нету. Поэтому нету и для меня президента Тимофтия. A fost un alt termen, dar înțeles în modul în care l-ați înțeles. Băsescu очень хорошо подловил нашего президента. Он сказал, господин Тимофти, мы с вами пришли к согласию о том, что нету молдавского народа. Он сказал, да. Все, для меня этого достаточно. Nu am văzut înregistrarea. Я могу вам кадры показать. Să-mi arătați. Vă mulțumesc pentru prezență, domnule Șelin. Oricum, indiferent de care cale va apuca Republica Moldova, eu cred că și dumneavoastră dorim ca cetățenii țării noastre să trăiască bine. Da, abizat. Tocmai ради этого мы. Și asta este datoria politicienilor să contribuiți la acest lucru, indiferent că vă aflați în Parlament sau în afara Parlamentului. Da. Vă mulțumesc. Da. Domnul și domnilor, am vorbit cu domnul Victor Șelin, președintele Partidului Social Democrat. Sunt Artur Musălean și vă doresc o seară bună în continuare. La revedere!